Против директора элитной частной школы в Нарофоминском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Проверка выявила в учебном заведении сразу несколько серьезных нарушений. Пансион не имел лицензию на образовательную деятельность, а детей учили по весьма специфической программе, основам саентологии. Репортаж Александр Бузаладзе. Этот добротный элитный особняк и есть частная школа с почти магическим названием «Страна чудес». Сегодня здесь, судя по всему, не будет ни последнего звонка, ни выдачи аттестатов. Недавняя проверка этого учебного заведения сотрудниками отдела экономической полиции показала, что школа вот уже 2,5 года работает без лицензии. Кроме того, выяснилось, что обучение здесь ведется по сомнительной и даже опасной методике. На сегодняшний день, соответственно, школа закрыта. Вот. При проверке документов и педагогов было установлено, что они не имеют также права заниматься образовательной деятельностью. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 171, это незаконное предпринимательство. В результате незаконной деятельности директор получил доход в сумме 21 миллиона рублей. После того, как в милицию Нарофоминского района стала поступать информация, что преподаватели этой полуподпольной школы обучают детей основам саентологии, лженауки, запрещенной в странах Европы и разрешенной в Америке, сотрудники по борьбе с экстремизмом посетили «Страну чудес» и обнаружили целую библиотеку из запрещенных книг авторства родоначальника лжеучения Рона Хаббарда. Главная задача – это, собственно, воздействовать на сознание ученика, чтобы его ум начал работать по саентологическим лекалам, и он полностью принадлежал бы к секте. А через ученика, естественно, получают влияние на родителей и, опять же, информацию о родителях, поскольку родители достаточно состоятельные люди и часто могут занимать те или иные важные посты. Сейчас вся эта литература проверяется экспертами, а владелец школы, 43-летний житель Москвы, находится под подпиской о невыезде. Школу было предписано опечатать. В эти часы учебное заведение почему-то продолжает свою деятельность. Сюда привозят детей из Москвы и ближайших поселений. Изъята литература, по которой проводились учебные занятия со школьниками, с детьми от 6 до 14 лет. Данная литература направлена на данный момент на экспертизу. Судя по тому, что мы увидели, войдя на территорию школьного двора, обучение детей, различные ролевые игры, все это шло полным ходом. Здесь же находились и воспитатели, преподаватели. Почему-то свои занятия педагоги проводили с обнаженным торсом, а завидя телекамеру, пообещали вызвать милицию. Вы вломились на частную территорию. Мы не вломились, нам открыли дверь. Я сейчас вызову милицию и хочу представить. Вызывайте, у нас просто же все снято, что нам дверь открыли, мы не вламывались. Если в ближайшее время выяснится, что обучение в этой элитной школе велось с нарушением законодательства, владельца заведения ждет штраф и суровый приговор до 5 лет лишения свободы. Александр Бузаладзе, Сергей Хвойко, Сергей Ефремов и Николай Дьяков. Вести.